В регионах проводятся мероприятия различного формата с участием молодежи. Инициатива оборонного ведомства – это встреча молодого поколения с военнослужащими, почетными ветеранами. Информационный повод следующего репортажа – открытие в общеобразовательных школах классов, где молодое поколение будет изучать наследие наших великих предков. Патриотическое воспитание молодежи имеет значение, причем едва ли не первостепенное. Инициативы Министерства обороны выходят за рамки встреч с действующими офицерами и ветеранами вооруженных сил. Теперь развивать и формировать патриотизм в умах современной молодежи будут в том числе на примере подвигов великих наших предков, полководцев Амира Тимура, Джалаль-Дина Мангуберды, в том числе в создаваемых аналогичных классах общеобразовательных школ. Один из таких открылся в 55-й государственной специализированной школе-интернате Булакбашинского района Андижанской области. Сразу после церемонии открытия гостей мероприятия, офицеров, ветеранов вооруженных сил, представителей учащейся молодежи ознакомили с созданными здесь условиями, а также способностями, которые впечатлили присутствующих, что называется, вошли в образ. Творческая молодежь на примере образов великих полководцев предков демонстрировала на сцене знания о их жизнедеятельности, походах и подвигах, навыках государственного управления, а также уверили присутствующих в том, что на примерах мужества и отваги великих деятелей и формируется их собственное мировоззрение. Они также готовы быть достойными защитниками своей родины. Аналогичная тема «Патриотизм» звучала на встрече с учащимися президентской школы города Нукуса Республики Каракалпакстан. Речь шла о реформах вооруженных силах, о факторах, влияющих на мотивацию современной молодежи, большая часть которой связывает свое будущее с профессией военного. Как всегда, впечатляющим и более убедительным фактором в пользу этого является военная техника и вооружение, демонстрирующая мощь национальной армии, выставка которой и завершила мероприятие. Но впечатлениями и важными моментами от встречи обязательно поделятся со своими сверстниками.